рыцарь готов к крестовому походу. Что делать-то будем? Окружат они нас. И что дальше? Придется сдаваться. На штурм завода они не пойдут. Слишком высок риск уничтожить завод в результате боя. Расслабьтесь, нам ничего не грозит. Гарнизон завода, предупреждаю. Скоро я начну штурм. Все желающие сдаться могут добровольно покинуть завод. Остальные будут ликвидированы и уничтожены. У вас есть 3 часа на раздумья. Похоже, я был неправ, и враг все же пойдет на штурм. Нужно смастерить какие-то пусковые установки и запустить эти боеголовки врагам на головы. Постараемся что-то придумать. Дай нам немного времени. Заставим врагов отступить. Это что еще за египетская пирамида? Эта фольга должна остановить 1000-тонные бомбы? Не веришь в способности Левиафана создать броню, способную остановить ядерную бомбу? А я вот верю и даю тебе право первого выстрела. Сделай это. Ну, флаг тебе в руки, демон. Лови чемодан. Hasta la vista, baby. Ха, ну что теперь? Ультимативная броня. Сдавайся. Вот же черт. Единственный вариант – это попасть в одно и то же место. Иных шансов на пробитие нету.